Готовы к труду и обороне. В Самаре прошло вручение знаков отличия участникам движения ГТО. Золотые, серебряные и бронзовые награды получили 100 человек. Больше половины из них – дети. С недавних пор спортивный комплекс активно внедряется в дошкольные учреждения. В этом году к сдаче нормативов в регионе присоединились и предприятия. В Самарской области действует более 70 центров тестирования, в которых жители всех наших городов и районов могут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» и по итогам выполнения получить заслуженные знаки. Выполнение происходит поэтапно во всех центрах по графику, потому что достаточно большой спектр видов испытаний, как обязательных, так и добровольных. В Самарской области около 105 тысяч человек влились в движение ГТО. Каждый пятый уже сдал нормативы и получил свой золотой, серебряный или бронзовый значок. Напомню, физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» продолжает советские традиции массового спорта. В современной России движение активно развивается с 2014 года. Чтобы официально стать его участником и приступить к прохождению испытаний, необходимо лишь пройти регистрацию на сайте gto.ru.